Кроме Всемирного дня животных, 4 октября знаменательно следующим. День космических войск России. Именно в этот день, в 1957 году, специалистами с космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, который успешно выполнил заданную программу. Сегодня у России 149 искусственных спутников. Воздушно-космические силы России решают широкий спектр задач от поражения объектов противника до запуска космических аппаратов на орбиты. День булочек с корицей в Швеции. Ежегодно 4 октября вся Швеция празднует национальный вкусный праздник. В любом супермаркете, магазине на углу, в маленькой булочной они продаются практически повсеместно. Впервые рецепт булочек появился в шведских кулинарных книгах в 1951 году, а сама ароматная специя корица намного ранее. Кстати, именно этими плюшками баловался Карлсон в известном советском мультфильме. А мы тут, знаете, все плюшками балуемся. Также в этот день, в 1976-м, открыт Челябинский государственный университет. Тогда было создано два факультета – физико-математический и историко-филологический. Сегодня университет размещен в 6 учебных корпусах. В состав университета входит 91 кафедра. Университет имеет филиалы в Троицке, Миассе и Костанае. Это наш любимый вуз, и с нами ставь нам плюс. Сможешь ты у нас, Челгу, просто класс. А еще на Южном Урале в этот день произошло следующее. 4 октября, день рождения Геннадия Борисовича Здановича, археолога, доктора исторических наук. В 1966 году Геннадий Борисович окончил Уральский государственный университет и уже в 1967 году возглавил Северо-Казахстанскую, впоследствии Урало-Казахстанскую археологическую экспедицию. Они изучали памятники археологии Петровка-2, Новоникольская, могильник Петровка.